Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Хочу показать вам капусту, которую я вчера начала пикировать в открытый грунт. Так как в теплице ей уже тепловато, она начала вытягиваться, я стала ее высаживать на грядку. Вот видите, в каком состоянии она, ну, в смысле, размер. Один настоящий листик маленький, и там лезет второй настоящий лист. Вот такого размера рассада вполне пригодна для высадки в грунт. Вот сегодня у меня сейчас пар идет изо рта, сейчас у нас 4 градуса, завтра это днем, ночью вообще до нуля опускается. На послезавтра передавали снег, но это такая температура, она пригодна, вполне ее капуста выдерживает, и ей в холодной погоде живется даже лучше, чем в тепле. В теплом помещении, вот именно в теплицах, она начинает вытягиваться, она начинает истончаться, у нее стебельки. А вот здесь сейчас у нее тут хорошее проветривание, ветерок, холодок. И вот именно с этой рассады, которую я рано распакирую на грядке, вырастет самая крепкая, самая здоровая рассада. Потом я вам ее покажу. Сейчас пока вот в таком она состоянии, сейчас сделаю фото и потом мы сравним. Самая главная мысль, что я вам хотела донести, если у вас рассада израстает, перерастает, не бойтесь ее высаживать на улицу в ранние сроки. Холода она не боится. Все, до свидания.